Магазин 2021. Со мной Ренат. Ренат мне признался в том, что у них магазин открылся один в прошлом году и в этом году. Ренат, какие у вас планы на этот год? Как вы планируете выручку вот делать больше? Ну, Расскажите вообще, как вам работается с метро? Работать с метро хорошо. То есть мы планируем расширяться и за счет привлечения новых покупателей. То есть проводить акции всевозможные. А что вы ожидаете от этой конференции, которая сегодня? Вот хотелось бы что-то узнать новое, как развивать магазин. Вот это вот очень интересно было бы. Как у других идут дела, то есть чему-то научиться. Спасибо огромное, Ренат. Вы все-таки справились, у вас все получилось. Так что, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами.